Война и мир. Том 4. Часть 1. Глава 12. После показательной казни Пьера простили и отправили в барак к военнопленным. Безухов был расстроен и испуган, но его привлек один военнопленный, который скорыми и круглыми движениями разувался. Пленный заговаривает с Пьером, утешает его и угощает картошкой. Его зовут Платоном Каратаевым. Безухов проникается к нему симпатией. Платон изъясняется образно, как будто пословицами. После разговора с ним Пьеру стало легче. Наружу слышались где-то вдалеке плач и крики, и сквозь щели балагана виднелся огонь. Но в балагане было тихо и темно. Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте, на своем месте, прислушиваясь к мерному храпению Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах воздвигался в его душе. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.